Новая атака боевиков Исламского государства на объект культурного наследия ЮНЕСКО – Древнюю Пальмиру. Как пишет арабская пресса, исламисты взорвали там античные колонны, предварительно привязав к ним пленников. По сведениям CNN, это были сирийцы, которых бандиты захватили на северо-востоке страны. ИГИЛ в России, эта организация запрещена, планомерно разрушает Пальмиру с мая этого года. Уже снесли триумфальную арку, храм и комплекс погребальных сооружений. Тем временем на юге страны продолжается кампания против террористов. Сирийские правительственные войска добились заметных успехов на направлении Дамаск-Хомс при поддержке, которую оказывает наша авиагруппировка. По данным российского Минобороны, удалось отрезать основные пути снабжения боевиков. С воздуха контролируются все дороги, примыкающие к районам боевых действий.